Давайте, заходите на стрим в 10. Сейчас, подождите, я запущу сначала. Рыбу ставь. Реалити-шоу. 24 в комнате. Да, блядь, какое реалити-шоу. А я тут в LS Media Player скачал мой любимый плеер. Да, блядь, это такой босс, он стоят, все маленькие. Так. Экран. Бандикам. Вот, заходите на стрим. Показывает. Вот вроде этот момент. Где-то здесь скоро уже должно быть. Перемотаем. Да, все видно. А, вот вайп сейчас назад немножко. Вот красный. Стоп. Теперь замедлим скорость. А где скорость? Поставь, пожалуйста, пока он посмотрит. Не помню, где скорость. Давай в обычной скорости смотреть. Так, вот приз побежал. Да, он бежал. И, короче, приз не виноват. Это просто Рорис Икс еблан. Нил. Поставь, пожалуйста, шкаф. Еблан, Нил. Я так понял, опасно сейчас, блядь, тупить, да? Еще видеорегистрация. Тупить опасно всегда, блядь. Ну, когда было безопасно. Даже если через дорогу переходишь, там, если ты затупил, блядь, может машина сбить. Поэтому, блядь, ну... Телефон пришел? Ну, так. Нет еще. А машина в виде слизняка, да? Красно. Нихуя не понял. Какая машина, чего? Я машина в виде слизняка, красно. Слизняка, да. Ну да. Ты сам провел аналогию с машиной. Рыбу 10 секунд жру. Нажимайте, да, мозодзи... Блять, как прочитать? Мозоксиее. Ты тут? А что ты нет нажимаешь? Че, не забафали, что ли? Амазар, Рорис Икс. Рорис Икс просто бегаешь, смотришь, как я танчу, учишься, короче. Амазар... А, на куклу еще смотри, как что она делает. Амазар, 2 мин АФК срочно, сука. Бери лицо, ласка и ушак, РДДшный полосы. А есть у тебя еще это, как она называется, она только недорогая, а какая-нибудь ЛКшная? Есть у кого на танке ЛКшная, блядь? Да, в ГБ есть нормально много. Дайте где-то пару, блядь. Хоть 1000 хп больше будет. Надо быстрее пользоваться, потому что шаншалон уйдет сейчас. Да это понятно, просто, блядь, Амазар нахуй 2 минуты АФК срочно. Вот он здесь. Ладно, похуй, без ласки, я понял. Рорис Икс, тебе надо это заход от тебя, или ты так плюнешь нормально? Я нормально так, ну, плюнь. Все, да, давайте, отчет, да, пей. Отчет, отчет, отчет. Ебаните. А. Лужа смотрим, сейчас может быть двойная под милик или под РДД. Лужа отходим. Там. Зеленого сразу в цель выбираем, начинаем бить. Вот он появился, уже выбираем. Хуярь. Милики к РДД бежим. Вот кто там в бок отлетел, это вообще пиздец. Все нормально. Добьете. Один процент быстрее переводим. Хуярим. РДД, вот сейчас он возле стола будет, и я буду вести его в кружку примерно. Немножко в квадрат там оттянитесь, чтобы пельмени до вас, когда летели, вы успели отбежать. Чтобы они близко к вам не были. Пельмени с профа летят, если что. Вот, смотрите. Пельмени 3 секунды. Вот они вылетели, видите, да, это говно летит зеленое, его нельзя ловить. Ну и колбы там 5 секунд показывают. Милики отошли. Вот. Блять, надо воду себе добавить, чтобы смотреть, словили его дебаф или нет. Вроде никто не словил. Это хорошо. Красный РДД свитчим сразу, уже выбрали в цель, уже бьем. Пол хп сносим. Бежим. Пельмени, пельмени. Милики помогаем бить. Лаксар, пельмени.
Милики, убиваем зеленого. Пол бы 3 секунды, сука. Пол бы, смотри, ты криво. Куда ты чаржишься, пол бы, блядь, ты чё? Немножко на 15 метров от них встаньте, вот, чтобы не откинули. Пельмени. Зеленого. Зеленого. КРДД, бегите. Вы, блядь, отлетаете. Ты на себя метку ебани, чтобы они в тебя стояли, с тобой отлетали. Сейчас колбы будут. 2 секунды. Убегаем. Пельмени, пельмени близко. Красный. Успеешь лужи выпить? Следующая лужа 5 секунд. Женя, алло. Красный. Милики красного пошли. Колбы секунда. Женя, ты тут, ты лагаешь? Пей быстрее. Я пью лужи, я выпиваю лужи. Право-лево нажимай. Может, лава зайдет, я не знаю. Право-лево тыкай быстрее, в центр лужи и пей. Право-лево. Если серым кнопка горит, то лужа не пьется. Быстрее, быстрее, быстрее. Право-лево тыкай на клаве, АСВД. Зеленый приготовлен. Милики, КРДД отбегаем. Зеленого фулл ДПС и профа переводим. ШП, впереди босса, ШП, впереди босса. Да, ШП хуярь по боссу. Там 0.2% уже доту переведут. Все, пошли. Перевели. Короче, пипилок, СС кастуешь на фобуса, а потом давай, короче, фопикс, кастуешь СС на Сатсуна. Я там первый диван, Сатсуна второй. Так, пойдем против часовой, кромбику пойдем отсюда. Веру. Погром. Колбы отходим. Все бьем. Так, на мне пока 2 стака. Нахуй вы там в колбах стоите, они же... Ладно. Пельмени отбегайте. Рорис Икс забирай. Давай, диван. Так. БР, давай. Там СС был на нем. Все, колбы, отводи, отводи, колбы, отводи, быстрее, отводи. Пельмени. Лучше примеризон, ходи, быстрее. Так, все забрал. Сними диван сюда, Рорис Икс, диван. По Рорис Иксу. Короче, чем он засиливается, надо таунтить. Мы не бьем, пельмени полетели. Отходим. Откуда он столько захилился? Ну, от смерти. Там переделали, здесь еще спочинили, что. А сейчас, сейчас должны убить нормально. Так. Рорис Икс уже давали, он снял диван. Да, да, да. Ага. Готовься, Рорис Икс. Да, добьем. Добьем, добьем. Рорис Икс, забирай свой, да? Забирай. Все. Да, добьем. 4 ляма. Бомба, отходите. Ну отводи. Или въебало бейте. Дал Т4, короче. Ясно, нахуй. Моему ретрику хуй, когда упадет колба, нахуй. А, блядь. У тебя есть колба уже? Не. Вот сейчас будет, да? Да. Сука.
Каким-то твинкам везет, блядь. Бежим до совет быстрее. Ну я ждал очередь, пиздец. Я сколько ты пропустил персонажей? 5 или 6? Ебать. Че, следующее мое? Походу, да. Будешь танчить с колбой. Я знаешь, что думаю? Слышишь, госпожа? Я боюсь сейчас на трэше, ну вдруг если... Ну, короче, ты понял. Спекнись. Бля, я вот не знаю. Я просто боюсь, нахуй, если Рулисик что-то там не успеет стаунтить. Ладно. На трэш? Да, короче, спекайся в пизду. На пула нету, нахуй, подстрахуешь. Ну, чисто, блядь. Если вдруг кто-то петом сагрит пачку. Смотри, короче, я тебя перебью, сказал. Я к Рулисиксу, смотри. Ты уже неделю, первую неделю ходил с нами в рейд. Практически фул просидел тут. Вторая неделя пошла, ты говоришь так, не знаю. Если бы тебе это было интересно, ты хотя бы ознакомился с тактиками. То бишь, видосы миллионы, блядь, в ютубе, блядь. Просто, если бы это было тебе интересно, важно. Не надо съезжать на то, что не знаю, так и так далее. Я понимаю, ты играл бы, блядь, там, не знаю, 5 дней в эту игру ебаную. Ты играешь уже очень много. Из-за твоих затупов ты тратишь наше время, понимаешь? Мы должны спекать, ну, лишнего танка, терять ДПС, все это на кучу. На следующий РТ не будешь готов, вообще лучше не приходи в рейд. Тебе надо RSX 10 обычку проходить, с пугами закрывать, может тактики там тебе расскажут. Либо, если с пугами не хочешь ходить, открывай интернет, читай тактики. Они, конечно, рассказывают их каждый рейд, и в 25-ке мы говорим там, что делать. Но когда ты приходишь и не знаешь нюансов, что вообще здесь делать, что зачем, это тяжеловато. Бей дебрище. Кого добрать? Человек вам нашел. Так, стойте все тут. Стойте все тут. ДД остались тут. Блять, кто это прыгает? Съебались. Так, этот, или друид с лапкой. Мози Икс, иди сюда, шипешник, иди сюда. Он не может сейчас подойти, потому что сейчас вот, дал ранее. Вот этого оковы кинь. Шипешник, он, ты где? Вот, я давай сейчас подойду. Давай, давай. Шака. Фласки у Шаки, все фласки у Шаки, короче, типа СПДшник. ДД фласки у Фобуса. Оковы по звезде дайте, блять, быстрее, присты. Даю. Все. Все, снизу прям с лестницы хуярим этого пидора. Вот здесь. Что он из дельды, типа парень дебашит, дебашит, ну типа все исполняет, исполняет. Мы анролим овер до хуя, анролим. Почему это... не дать флаг? Идите кружок за этот. Госпожа, иди в кружок стаунти. Шипешники, кружок. Как он называется? Оковы, короче, поняли, да? Вот. Да, я сейчас. Блять, ну вы кинете, нет? Ебать. А подожди, как... а. Так просто 5000 лет можно. Вот. Я один приз. Этого отводим, следующего кидай. Следующего кидайте, и госпожа его заберешь. Там тактик стоит. Только встань так, чтобы пачку эту не сагрить. Ромбик я поставил. Вот, отлично. То же самое. Теперь оковы кидай по. Давай по лейтенанту на правой пачке. Сейчас тебе метку поставлю. Давай по нему оковы, и все, что пойдет, госпожа словит. Ну вы добьете сейчас полгода сейчас. Да не надо, уже давай, время идет. Ну видишь, он бьется за 5 секунд. Все, хуярим. Рослого и башим. Вот этого пидора. Грипнул. Кого-то человека надо искать, Слава? Или у вас кто-то типа что зайдет? Я не знаю, должен был вернуться раньше, типа. Еще Буаз уходит через час, типа. Ну да, еще один человек нужен. Слышал, Саня, нет? Саня, алло. У меня вообще слышно или у меня? Да, да, слышно. Может у него звук ёвый. У Сани.
По-следующему давай к этот... На, командир, заебись. Да, нормально. Не знаю, слышно или не слышно было. Вам еще один человек нужен или еще у вас есть? Да, еще один нужен будет, да. Да, еще кого-нибудь поищу. Пойдет. Я думаю, втроем будем танчить. Я ебал, потому что эту хуйню. На двоих его не поставишь, на келе его не поставишь, блядь. Так что Рори Сикс твой Талдарам. Это крайний правый. Госпожа на Волнаре, я на келе. Или хочешь госпожа, можешь келе, я тогда Волнара начну. Если хочешь. Ну да, ты уже определись кого-нибудь, если там вообще попыло. Давай, Волонара. Просто что там с тебя сорвать могут, но я не знаю, крылья там нажмешь, может не сорвут. Не должны, наверное. Да если и сорвут, похуй, блядь, с таунте жды, все, два таунта. Волонар. Волонар. Центральный, ну, с хп. Сейчас, если, короче, это, никого не найдешь, не найдут, типа, не берешь ману. 3, 2, 1. Сейчас я еще ранки напишу, спрошу, что он. Скоро кусал Юрик, он домой. Ой. Че, сумоним челиков? Ждем да, что-то? Да, да, да. Слышь, мы можем стать с палом в один таргет, держать этих двоих. Да, да, да. Угу. Только это бесполезная хуйня. По-пустому, когда урон наносишь, хп у босса не отнимается. То есть... Дайте, пожалуйста, шкаф. Шкаф, напишите, пожалуйста. Локи-локи, шкаф, ебаните, а чего? По-пустому, когда бьешь, урон с босса не отнимается хп у того, кто... Да, бери, бери. На гро набирается все равно. На гро, да. Ну, для клива стоять бесполезно, то есть... Для гро, да. Есть минутка сказать? Да, да. Или уже пуляйте? Тогда я завтра ставлю ЦЛК 10 хм лича на 13, и потом грунт маги хм. Там, возможно, сегодня на фул не успеем, но я не знаю, где-то в 16:30 пойду. Это что, это у нас час и 15 минут где-то остается. Ну сколько успеем? Там добьем, если что. Или среду добьете. Да. Тогда я на завтра, короче, ставлю по-любому этот сличай игру маги хм. Угу, угу. Забафывайте, фул баф. Бас, БДК. Лапку. Всю хуйню. Этот. Эсман тут. Короче, на сферах давайте две Азамар. Ой, блин, Амазар, блин. И Лаксар, и еще кто там, давай, не знаю. Флопикс ты. Все, нажимаем да, уже и будем начинать. Эсман и Сацуна. И да, что Азерона еще зайдет скоро. Блять, а что у меня в РВ? А. Так, Эсмонт готов. Все, давай отчет. Да, пока пускай грузится, давай бить, уже полбосса убили, пока да, он да, грузится. Да, там все. Там вроде готово уже все. А, ты продись его. And how
Могучие разбежались друг от друга. Солдарам. Да куда ты его поставил? Кучи, стой. Веру дай. Ебать, отвели нахуй. Ружестик, ну тебе что Слава объяснял? Я не знаю, чем вы слушаете, пиздец. Кучу мобов поставьте, пиздец. Отпидет, ну... Не делайте, ну. Андрей, это я его послал туда на лестницу, чтобы угол поставить. Так, что там агро не срываете? Не, нормально. Отведи от пружины, ну блядь, как вы танчите, я его вас не понимаю. Чё, видите, блядь, что происходит вокруг вас? Андрей, ну я-то, блядь, не улетел от пружины. Отошел тихонечко, и все на меня не бьет, а другие, блядь, улетели. И вас спиной танчишь, конечно. Ты спиной танчишь. Отбежали. Да ладно, там, не ссорьтесь, что вам, блядь. Да я не ссорюсь, я просто говорю, чтобы голову включали по чуть-чуть, нахуй. В Гере будет намного тяжелее все поделать. А мне эти сферы не надо, не парься даже, чё. Они ж появляются. Забей. Лут параша. Пошли мобов ебашить. Нихуя, я в рифму сказал. Слышал, в рифму сказал? Лут параша, пошли мобов ебашить. Сука. Стихи сочиняю, нахуй. Да. Куда дальше? Декс, у тебя с аккаунта же все нормально, да? Декс? Ну я тебе шмот скинул, у меня места нет. Мы что, ебало с носом? Увы. Судьба. Андрей полетел в пол лежит. Я потом на перестанет скриншотик один скинул, понял? Да, там скриншотик, да. Какой скриншотик, я что-то решил. А этом-то поднял, что за скриншотик? У нас в руке-то поднял. Андрей, наконец-то начал ДПС 15. Подождите, скиньте, пожалуйста, в этом ДПС, очень хочется посмотреть. 12 тысяч там. Он не 15, а 14. Топовый он ДПС. Тебя обогнал, короче, в этот раз, да? Там, блять, его все обогнали. Там пиздец-то. 10 тысяч на сурке, нахуй. Скиньте, пожалуйста. Да там видосы есть. Ебать. Я уже послал на полторы. Там у него такой ДПС, что я, блять, его в танке догонял, блять. Сука. Там даже я на совет догнал. На туре. На чужом танке, слышишь? Да пиздец. Слава, на чужом. Ебать, я заебался, тут у тебя маунта нету, ты, у тебя лоялка 12, ты возьми маунта этот, лиловый гипогриф. Еще желательно на F4 поставь, чтобы это, призывать можно было и летать сразу, и ездить. Удобный маунт, мне нравится. У тебя какой-то там
чубной маунт я взял, у него скорость полета 150, блядь. Летел до ЦЛК, заебался лететь, блядь. Так ты за пульты там? Слава, ты делаешь, что тебе, блядь. Чего? Чего? Я не сделал, как удобно мне. А ты сам делай, как удобно тебе. Ну ты просто возьми с магазина эту хуйню, как он называется. Ну купи типа гиппогрифа этого, я его потом выставлю на панель, блядь. Лиловый гиппогриф там где-то на 8 что ли он в лоялке, блядь. А то я не могу, мне не разрешает это, типа подозрительная запись не разрешает купить. Короче, у второго хэпала, кроме Сацуны, есть, да, Массакра тоже? Короче... У меня есть эрпал с Массакрой. Так, уроди Сацуны. Есть джинс у кого? Сейчас я... Слышишь, Саш? Эрпал с Массакрой. Ой, скажите, пожалуйста. Чё сделать, пожалуйста? Ой. А, релогнишься? Джилс, есть у кого уже поставлю? Спасибо. Жрите рыбу, дайте банку, сука, в обмен, блядь, на хп выпью, блядь, а то убьёт меня. Только в крутую не давай, дай бичевскую. Крутые, они дорогие, они, ну, тут они не нужны. Хотя бы 1300, хотя бы. Ну, давай, здесь у меня 1300. Соседа, 300. Короче, чек на присутствие надо объяснить, на мой взлёт, кто что дает. Присты на себя знаете, да? Сука, как она называется? Антифир нахуй вешаете на пули. И потом обновляете антифир. Когда первая взлетка пройдет, там он у вас откадешится, и обновите перед второй взлеткой, перед вторым фиром. На первой взлетке будет давать Массакру Рорис X. И вместе с ним будет давать Белоборот. Вкачано у тебя сакра, ну-ка. Да, вкачано. Вот. Сначала он даст. Ну и можете вместе дать на вихрь. На вихре дашь. Короче, скажу RSX, и там через 2 секунды белоборот добавит. Присты на вас антифир, диспелите рающиеся тени на ком, тык на сумон. Друиды там все дубовую кожу прожимаете. Так, давай знаешь как, давай вот так закинем. Чтоб вы дали спокойствие на своей пати. Короче, смотрите. И гимн на хп на первой взлетке дает шака. На второй взлетке даю я незыбку, и Сацуны даешь Массакру. И на хп гим дает присте Моззо, плюс они в рейд, если понял. И присты, и претендер, и Амазар даете спокойствие. Дубовую на себя спокойствие. Это на второй взлетке. Все это, чтобы кусы не проебать. Ну и все. Саня, Сацуну, у тебя тизма взята? Наверное. Слышишь, Слав, я пикнулся тоже с сакрой. Да, 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 дашь на свое усмотрение, там бабл сакру, там все. Можешь на первый, можешь на второй добавить. Этот, КГЗ тут, кроме КГЗ все тут. Этот самый... Релоуд нажимал. А, хорошо, тогда смотрите, я что предлагаю. Не бейте, потому что, короче, это касается Марсеза конкретно, шнурки конкретно касается. Не бейте, потому что можете сорвать, я хоть 6 ЛПшек с пула дам. ШПшник бей. ШПшник, я хочу укус первый, чтобы у ШПшника был. Остальные бейте там автоатака. 10 секунд автоатака побейте, укус словит и сразу начнете про бурсты прожимать. И этот, Рорис X, слушай внимательно. Ты бежишь со мной, вот тебе квадрат, вот тебе я. И ты бьешь босса автоатакой. Ни таунта, ни хуя другого ты не нажимаешь. Ни крыльев, ничего не нажимаешь. Все, чек на пул. Просто стоишь рядом со мной. Лаксар, все готовы, давай отчет. Бьет ШПшник, остальные чилим. Какая разница? Побежали. Под босса станьте все в точку, чё вы, блядь, там сосались? Пак! Под босса, блядь, стань! Тени приготовьте скоро, нахуй.
Распожа укусывал, ну ты, блядь, дурачок, нахуй, пиздец. Тени секунда. Не все, что не выключил. ЧП укусишь, госпожа, слышишь? Да. Это Морзес, который? Да, да. Потом госпожа укусишь пепелока. А шипешник по РДД пойдет. Шипешник Марсеза укусит. Хотя нет, госпожа Марсеза. Тени 2 секунды приготовились. Госпожа. Ладно, госпожа госпожа пепелока. После шипешника. Я имею в виду. Я имею в виду после шипешника РДД еще укусишь. Не миликов, а РДД. Вот шипешника. Ну, укусил шипешника? Охуенно. Заходите в лужу. Минус 500. Давай, минус. Пиздец просто. Минус 500 сразу. Скиньте диваны, что ли. Короче, нахуй. Слушайте сюда, блять. Вот вы нормальные люди или нет, блять? Хуй с ним, ты не ИСа забыл выключить. Но ты не мог не побить 10 секунд. Шнурки, нахуй. А, какая разница, сука. Такая, я нахуй, я больше дам. Один ебет, один ебет, другой дразнится. Ты не придумай велосипед. Сука, да закрой рот. Тебе сказали, блядь, что сделать, нахуй. Нахуй ты так делаешь, блядь. Что я сделал? Собрал, сорвал пизда, на пыль, нахуй. Блядь, и чё? Укус поймал? Я тебя байкнулся. Офнул. Я тебя офнул, короче, нахуй. Либо ты делаешь, либо ты минус 500 получаешь, нахуй. Я тебе просто скажу, хуесос пошел нахуй. Сука, отвечаю, блядь. Короче, шнурки, ты не прав, он рели тут надо. Да, я не про это говорю, я не поймал укус. Да закрой рот, так нахуй тебе дали, блядь, снимать справа вообще, блядь, сука, мут нахуй. Рель нахуй, следующий раз нахуй. Рельте, сука, и делайте, что хотите. Когда вас просят, вы делайте, блядь. Говно, блядь. Сука, прям бесит нахуй. Я сказал стопнуть дамаг нахуй, хули непонятного нахуй. Госпожа, не бей, просто постой, блядь. Выключи неистов, а так. Я не понимаю, нахуй. Ты не передал еще. У тебя или фреймов нет, или что? Почему ты не передал шипешнику? Что случилось? Как я вышел фреймс, а я, блядь, оттыкнул. Я понял. Блядь, нахуй! Нахуй, сука, блядь, нахуй! Блядь, нахуй, сука, блядь! Блять, нахуй, сука! Охуеть просто, блять. Ставьте шкаф, Локи. Хотите выебываться, нахуй? Пиздуйте с пугами выебываться. В экзальте идите выебываться, блять. Касается шнурков, нахуй. Так ему и передайте, блять. Сказали нормально. Сказали ставить сюда, делай сюда, нахуй. Сказали спекнуться, сделай, блять. Или РЛ, нахуй. Пизда, блядь. Меня просят, нахуй, в рейдах, в любых, кто бы ни был РЛ, блядь, я делаю. Если, блядь, моя ошибка приведет к вайпу, нахуй, ну, вот, как сейчас в данном случае, блядь, человек ошибся, это вайп, блядь. Нахуй нам это вайпы нужны, блядь. Или вам это интересно, блядь, сидеть. Слушать в свою сторону вот такое говно, блядь. Мне вот было бы неприятно слушать, я бы так не делал, блядь. Все, это самое, фулбаф, все тут. То же самое, просто побейте автоатакой, ну шнурков сейчас нету, неистоста выключил, пошли в центр, подходим. А где шнурки делся, он ливнует? Да, да, кулак по ДК, дайте, пожалуйста, кулак по ДК. Дайте кулак по ДК, еще раз проверка, нажимайте да. Это лив с рейда, это тоже минус, нахуй. Фобус, только фобус остался. Секундочку, хава я дедонку. ЧПшник бьет, остальные не бурстите. Как он словит укус, будете бурстить. ЧПшник укусит Марсеза потом. Готов, да? Все, отчет. Да, 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 бомбу дал. Приставал, дайте, пожалуйста, кто там занятый. Что, можно бить или нет? Да, бейте, он уже второй пару. Да, 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 все, укус словил. Все, прожимки, фулл ДПС, как обычно. ШПшник Марсеза укусишь.
5 секунд тени приготовиться. А Замар, где побежал? Лужа криво, сошли в сторону, влево. Пиздец. Вам милики там нормально хватает? Или отвезти? Да просто влево сдвиньтесь, всё. Следующие лужи получше выносите, блядь. Амазар, блядь. Не спи, нахуй. Да я ее просто поздно увидел. Тени. 3 секунды. Смотрим дебаф свой, готовимся. Ужа. Укус 5 секунд. Марсе закусаешь. Марсе с Пепелока, а ШПшник Бо Аза укусишь, он в твоей пати. Дальше сами пойдете кусать. 7-5 секунд. Лапочка. Госпожа, короче, перед Фером дашь массакру свою. Ну, потому что люди вдруг забегут. Тени. На эти тени диспел дадите. Госпожа. Уходите, ищите место. Давай уже массакру. Госпожа, давай. Амазар, Амазар. Дед, блядь, выбежал. Так, бобр давай. Пепелок слил по комнате. Рорис Икс массакру. Кана ХП. Меня убило. Да, падать надо в сторону. Пизда, а нахуй. Из-за вот этой лужи, да? Из-за вот этой лужи так получилось. Да. А вот это еще Амазар, вот эта большая, да? Да. Сука, Амазар, нахуй, ты тут? Что тут, у тебя за проблема? Я в стиле был. Да, ты изначально не побежал, там нечего оправдываться. Охуеть. Есть у кого этот... Шаман есть встать? Наталья? Ладно, побежали. Какой нахуй ДПС? Тут вообще похую на ДПС, если вот так вот играть, блядь. Не честно сказать. Телефон пришел, короче, лютый прям. У кого, у меня? Не, у Жени. Там нахуй вот эту хуйню включил какую-то. Что привело тебя сюда? Ассоциационный включил так-то. Как бы да. Ну, не отображал, что у него звук и шел, типа. Вот я ему снял права и замутил. Да уже не... Если вы проскипите, всегда звуки исходят из микрофона. Ну, когда активация включена, он бывает и выключает, на кнопку ставит. Осторожно, не сагрите Вальку. Так, улетают вроде нормально. Сука, летит обратно, осторожно. Стойте, назад. Полчаса еще на Вальке застрянем. Блять, обратно летит, назад, сука, назад. Блоки у вас там добежали до Вальки? Ой, до Ланы. Все, побежали. Короче, это, поди, блять, где этот ранти? Я не знаю, у вас дед у тебя ДБМ стоит, ты видишь, когда тебе он орёт, бежать надо, выносить в лужу? Я стоит ДБМ, но он почему-то криво работает. Блять, над персонажем, над головой вешается черепок, блять. В дебафах, где холод трона, вот эта хуйня, премиум, блять, вот эта вся параша VIP, блять, там вешается дебаф, блять, такой, кругляшок такой, блять, роящиеся тени называется. Ты куда-нибудь смотришь вообще? Но если я говорю, у меня не сразу появляется. Ну вот это не сразу появляется, но выходит в то, что лужа в рейде. А лужа в рейде — это выходит вайп. У меня, вот этот Андрей, у меня только одна мысль. Поставить на рейндж, блядь. И то там, блядь. Там прохилиться все нормально должно, блядь. И эту сову поставить ближе к стене, блядь. Чтобы он уже у стены был, блядь. Или вообще в стену его поставить.
с таким выношением. Центр разнеситесь, чтобы с ним могли спокойно химить, потому что... Ну, короче, можно стоять в центре, а его в стороне, но, блядь, когда пакт, я не знаю, что он среагировал тоже, это пиздец. Пакт, то есть красные лучи, нахуй, лучи увидел, сбежался. Ну, я не знаю, сейчас хочешь меняем, ну, хочешь поменяем, хочешь не будем менять, мне похуй, ну, блядь, Амазар, нахуй, ну... Если ты не сбежишься, блядь, просто пойдешь до ран, будем 23 бить, потому что, ну, это хуета какая-то. Дайте шкаф, там, надо сумнуть флотикса, флоткиса. Пойми. Да, он же сейчас тут хочет. Флотикс. Я не знаю, короче, нам бы еще одного человека добрать адекватно, помню. Тут все убивается, ДПС 300 тысяч, нахуй, вот без его 20 тысяч, ну, плюс-минус, там, 300 тысяч ДПС, вот все на фул закрывается. Вы просто, блядь, Амазар, блядь, внимание обрати, посмотри внимательно. Прям не бей, блядь, можешь нихуя не кастовать, просто, блядь, посмотри на эту хуйню. Как череп... Как ты скажешь. Да, потому что, ну, ты просто, может, внимания не обращал. А сейчас обрати внимание, как на людей вешается черепок. Постарайся его отследить, на себе. Там, блядь, и звуки включить в игре, может, еще что-то. Потому что, ну, это не дело, блядь. Может, я сразу вон туда, вон к стеночке. Не-не-не, блядь, хуй знает, нахуй. Давайте, приготовились. Поехали. Короче, если еще раз вайпнет, я не знаю, предложение просто его убить с пола и все. Да в Долоран нахуй, да и все. Не бейте, не бейте, пускай Грон берет что-то. Агрессив. Все, бейте. Фак. Ну вот, видишь. Вот смотри сейчас, Мазар, смотри внимательно. 5 секунд до теней. Вот смотри. Тени на агрессиве. Видишь черепок на нем? Видишь, он побежал, видишь? Вот так тени надо выносить. У него блин, конечно, был. Подойдите, пожалуйста, ближе. Тени 2 секунды. Сова. Укус секунда. Марсес пепелока, а ШП укусишь. Давай. Давай флотикс. Флотикса укусишь. А там дальше уже 4 кусайте. РДДшником перекусите. А когда уже 8 будете, будете милика кусать. Пак, бля. Буду там же, где им был. Ну, там поля. Тут темп трепета поставь. Выбежали, нашли себе место. Тени 2 секунды. Смотрите внимательно. Сейчас эти тени заход эти, Максим. Пепелок. Пепелок. Зубы по нему сразу, дай. Фир сейчас будет. Что, диспелим фир? Нет, ты не понял, спанк эту хуйню. Рорис Икс, готовься сакру давать. Пускай вот лежит. Давай сакру, Рорис Икс. Тихо, тихо. Пал, блять, ну. Шака давал на хп? Минус. Да. Минус да, до хуя. Да. Это так пиздец. Я охуеть просто, блядь. Он нажал сакру и не отменил. Не нажал ни бабу, ничего. Ясно, ясно. Отменил. Ну, пиздец. Падает. Охуеть. Белобород, да, это нажал? И Рорис Икс тоже, что ли? Белобород, ты тут? Кровавая королева Ландель. Кровавый всплеск. Не вставайте, оно срешно. Ну а чего ты тогда умер первый это? Пал. Покров скорби. Не, ну пока я смотрю, вроде только этот самый. Какая жалость. Ну как? Я не знаю, просто чего убирать? Столько массейвов, блядь, ебнись просто. Просто в рендже не стоят. Покров скорби. Сумеречный, так. Ну-ка, а урон по союзникам есть? Кто-то с ним рядом стоял, нахуй, вот по кому он бил, наверное. Флоппикс.
Пепелок. Да, пепелок по белобороду 11 тысяч нанес. Это, наверное... Получается, вместе... 2, получается, 400 за пули босса. Я встану, у меня рез, я встану еще по лесу. Диван там еще дайте, на всякий случай, на кого-то. Заебись, масрез проебывает. Да, нахуй, ясно все, блядь. Макрос, макрос на отмену. Открывай Дискорд, белобород. И копирую эту строчку. По-английски тебе пишу. Cancel. Аура. И что там? Да, как там? Скажи мне. Священная жертва, да? Священная жертва. Вот, во флуде тебе скинул. Вот эту парашу скопируй. Cancel Aura, священная жертва. Вот. Эту строчку впиши в макрос. Сначала, а первая строчка будет вот такая. Нет, сейчас я напишу, блядь. Каст. Каст. Священная, блядь. 2Н. Жертва. Вот. Сначала копируешь каст священная жертва, потом вставляешь в канцлауру священная жертва, блядь. Нажимается макрос много раз, нахуй. Потому что один раз нажмешь, и она тебя не отменится. Отменяется для того, чтобы тебя не шотнуло, нахуй. А, если у тебя... Вроде, блядь... Я не знаю, была у него макрос или нет. Ничего не нажимал. Команды не было. А, понятно. Ладно, а, я понял, в чем проблема. Сейчас. Ты вот эти метки крест-квадрат зачем поставил, Андрей? Чтоб сходились, кусали там, когда идет именно этот. Но ты это не используешь просто. Можешь убрать. Да, не использую. Смотрите, значит, хилы. Сейчас сделаем так. Хилов расставим по меткам. На взлетке. К меткам к этим на 10 метров никто не подходит. Нет, даже можно в центр 1-2 хэпала. Вот, значит, конкретно, лапочка, стоишь в ромбике. Конкретно, шаман, стоишь в звездочке. И конкретно, шака, стоишь в кружке. Два хэпала под боссом. Я думаю, вас это не затруднит. Вы автоатакой там стоите под боссом, да? Вот эти три метки на взлетке, не подбегать к ним. Стоять от них на рейнже 12 метров, блядь, чтобы их не било, не пошотало. Хэпалы для вас, короче... Давай для хэпалов. Вы, короче, стоите вот тут. Отбежите на взлетке сюда. Все равно в центр сбегаетесь, когда лана бежит. Тефера сюда. Сацуны в треугольник. Бобр, белобород в луну. Это вы что-то ролите там? А тут 15 минут надо разролить. А, ага. Да параша, это все мусор, блядь. Ну, мое дело разролить. Вот это кольцо разве что хорош. No. Шаг на обмен. Все, да, потом пульнем, остальное потом, да? Да, все остальное потом. Еще раз. Тотем трепета. Натали, слышишь, плюс рейд? Тотем трепета ставишь на пати хилов, чтобы они не сдохли. Хилы метки вам поставил. На взлетке вы занимаете свои метки. И перед взлеткой три хила стоят, кроме хапала, в своих метках. К ним рейндж, сука, не нарушать, потому что они не должны сдыхать. Все остальные набираем рейндж вокруг. Госпожа перед фером, Сокру, Рорис Икс на вихре и белобород там же, на первом вихре. Шака Гим. Конечно, темки мастера ауру прожимают. Да, первый мастер аур на первой взлетке госпожа дашь. Отдайте ему ауру. На второй взлетке Фобус. Да, отойди в сторону, возьми себе ауру, чтобы у нас была аура стояла и все. Я не могу дать мастер ауру, потому что у меня спец мастер сокрой. А, да, точно. Ну ладно. Тогда Фобус на первой, а на второй Сацуны дашь тьму. Все, Андрей готов? Да, да, да. Все, можно отчет давать.
Погнали. Че, можете бить? ШПшник набрал. Тяни 5 секунд. Женек. Шака, у тебя на ХП откатилось, Гейм? Да. Лапочка, короче, на первой взлетке дашь спокойствие на хилопать. И не 5 секунд. Копал. Укус 2 секунды. Мерсес пепелок, а ШП флотикса укусишь. Тени 3 секунды. Отпожа. После следующих теней будет фир, готовьтесь. Хилов максимально захотываем, защитовываем. Тотем, эпик, оранжу набрали, выбежали, нашли место. Тени, секунда. Твоя сестра, беги. Хильте ее хорошенько. Отойдите. Госпожа Сокру, уже давай. Уже давал, да? Рурис Икс. Давай. Пизда, нахуй. Рурис Икс Сокру. Белобород Сокру. Шака на ХП. Лапочка претендента ресы. Панк, я тоже сразу после пакта тени. Сошлись. Тени 2 секунды. Лапочка претендента. Команда резает, нет. Лапочка резнул? Не вижу. Далеко. Дальше будут там эти укусы. Нет. Лапочка, резни претендента. Щиток по нему. Щиток, кто уже резает, лапочка резает. Я укушу базу. Претендент флотикса, нахуй. Пак, пак, быстрее, пак. 7 секунд. Лаз. По хилу давайте посильнее. На фул поднимайте. Укусы раздавайте. Эршам, ставь тотем. Мози, ШПшник, гимн на ману читай. Амазар по Сацуны и... Пак. Претендер. Претендер по лапочке, Инар. Тотем трепета. Флопикс побежал, выбежали на 6 мест. Сейчас помогите силам, поможет силиться, силитесь там, сейвы отдадите свои во время каста. Сейчас даю незыбку, Сацуна готовься к ру... Избавлам может дать. Че, давай Сокру вместе, чтобы было. Захильте людей на фул. Мозин. Мозин на ХП. Так, сейчас укусы передать надо, и тогда убьем. Убьете. Обязательно передать пак, укусы. Пак быстрее. И тени 2 секунды. Женек убежал. Сферу давай. На Женьке там. Успеешь. К Женьку кто-то, бегите без укуса. Успеешь, сейчас 10 секунд у тебя есть. Успеешь. Меня просто кусай лапочку. ПшНика убейте. Блять, ШПшник, конечно, пиздец, нахуй. Вы Декей тоже, блять, стоим ебланем. Че, блять? Убейте. Да в нем зеленка, как все находится. Тени приготовьтесь. 3 секунды тени вынесите. А, и ленточку. Ой, блять.
А, блять, люди без фреймов играют, но. Ёлка, просто да, мы что убили. Просто что понерфленный босс, поэтому ДПС ну, хватает вот, даже. Поклеить еще осколки, кроме этого. Шнурков. Просто обычно пишут перед полом боссом, кто кого кусает до конца. Да, блять, это в детском саду пишут, нахуй. Забудьте. Ты не в детском саду, если у тебя ДПС не хватает, то будешь. Ну, и это если это если не хватает, еще можно написать. А так адекватно это пишут в детском саду. Где у людей нет рекаунта, нету фреймов рейда, блядь. Еще там за ручку подводят к челику, чтобы его кусили. А вот этого кусаешь ты сегодня, блядь. Васечка. Петечка, а ты вот этого кусаешь, блядь. Рекаунт, фреймы, блядь. На ком укус нет, на ком есть, вы видите. Все, вопросов нет. На трэш идите. Ну, что-то совоедился. Пускай Мазар забирает. Да он беспонтовый, блядь. Ну, все равно. Хоть что-то. Блять, это как выключить? Тут, короче, я нечаянно кадры. Ну, типа кадров сколько. Как его? А хуй знаю. Это Ctrl C или S, блядь. Никто не знает. Чё за кадры, ни хрена нет. Что выключить, какие? Ну я нажал какую-то кнопку, у меня вот эти скиллы, кадры написано, кадров, типа, и прощелкивает белыми буквами. Это FPS показывает, который реально. Он про К. Всё. А, вот, все, спасибо. Все, отключил. Там она уезжать скоро будет, смотрите. Милики, выйдите. Или прожим какую-то дайте, чтобы вас прохилить успели. Так, что у нас по времени? Маловато, конечно. Если тебе уходить надо будет.